Красить мы будем волосы. Тебе что, не нравятся мои волосы? Не, ребят, я с вами не буду. Сиди. Ну, в принципе, симпатичный, но мне кажется, ты слишком часто проводишь какие-то эксперименты со своими волосами. Разве это часто, пап? Это совсем не часто. Совсем не часто? Да-да уж, не часто. Каких у тебя только уже причесок не было на голове? Но это же не три краски челлендж, как мы раньше делали. А давай его заново посмотрим. Давай, пойдем. Погнали. Ага, привет, Мила. Ну вот скажи, ну и зачем ты покрасил волосы в белый цвет? Милан, ну чем без волосы вообще? Я сижу и играю. Тебе что, не нравятся мои волосы? Ну, конечно же, нет. Я бы на твоем месте покрасила цвет в розовый. Ну, или хотя бы какой-то другой цвет поярче. Слушай, ты здесь такая маленькая? Да. Сколько тебе тут лет было? Не знаю, я такая... Ну, конечно же. Милана, ну, розовый или цвет поярче, это точно не для меня. Нет, спасибо. Да? Ну, ладно. Что ладно? Куда ты пошла, эй? Ну что, готов к смене имиджа? Что? Нет, ты что задумала? Убери это! Убери, говорю я тебе! Ну что, не хочешь по-плохому, будет по-хорошему. По какому по-хорошему? Иди сюда! Сейчас я тебе все расскажу и объясню. Что вы тут задумали опять с мамой? Папа, у нас сегодня три краски челлендж. А красить мы будем волосы. Что? Да. Может, тебе попадется зеленый, синий, красный. Да, или, например, розовый. Не, ребята, я с вами не буду. Сиди. Стоять! Куда это ты разогнался? Так же веселее, папа. Я что, потом буду ходить раскрашенный? Конечно. Ребята, что происходит вообще? Ну что, давайте решать, кто первый будет крутить барабан. Цвета у нас будет выбирать наш любимый барабан. Здесь есть все наши цвета, представленные я здесь лаком. Ты первый? Вот они все наши цвета, указанные здесь. Случай решит, какой цвет будет у каждого из нас. А вот наши краски. А как мы будем красить волосы? Красками из баллона. А кто первый начинает? Милана начинает. Первая выбирает. А для кого? Волосы. Для себя? Все волосы. Папа, я. О, май гюднес, друзья мои. Ну давай. Папа, ну Милана сказала, что ты первый. Выбирай себе первый цвет. Ну ладно, кручу барабан, друзья мои. Вот эта стрелочка сейчас определит, какой цвет будет. Кручу. Камон! О, тебе повезло. Как раз хотела розовый мне покрасить. Да. Так, где у нас розовый? Найдите розовый. Это по-моему, фиолет. Вот он, да? Нет, это фиолетовый. Это вот Magic Pink. Вот розовый. Нет, вот этот розовый. Просто вот, розовый. Вот этот, обычный розовый, да. Давайте сначала все выберем себе цвета, а потом будем красить. Теперь ты выбираешь цвет. Выбирай себе цвет первый. Папе? Себе. Давай, Милана, ты готова? Ну? Желтый! Желтый не он! Он светится в темноте, представляешь? Так, где он у нас? Вот он. Вот это желтый неон, Милана сейчас им будет волосы красить. Первый цвет выбран для Миланы, теперь первый цвет выбираю, это так волнительно. Голубой неон. Да-да-да-да. Ну что, все готовы к перекраске? И начинаем с меня с первого, погнали. Господи, меня первого начинают красить. Я боюсь, ребят. Так, ну что, давай. Давай немножечко вот так. Я закрою глаза. Лучше рукой, в глаза попадать нельзя. Ой, хватит. Мамочки. Папа, ты теперь розовый. Почему у меня дальше куда-то все идет? Друзья мои. Ну вот. Милана, тебе нравится? Ты хотела, чтобы папа был розовый цвет. Тебе нравится? Милана, ты готова? Нет. Глаза закрыла?
мама сейчас будет тебя в желтый цвет перекрашивать. Итак, три маркер, а точнее три краски. Итак, три краски челлендж на волосах. Вот этот цвет. Вот здесь еще. Ребят, пишите в комментариях, как вам цвет. О, Милана, красота. Ты Милана готова? Милана рулит. Здрасте. Клево. Пойдем другие цвета выбирать. Друзья мои, пришла очередь мамы. Я открываю синий неоновый цвет, который светится в темноте. Боже ты мой, кому? Давай быстрее же, страшно. Мне кажется, цвет очень прикольный. У нас и получилась такая синявка довольно-таки. Синявка? Да, синявка. У меня волосы длиннее всех, поэтому долго, да? Ну да. Ну, в общем, друзья, оценивайте, как вам было еще чуть-чуть. Вот это шок! Я похожа на Мальвину. Милан, тебе нравится? Да. Давайте крутить дальше. Первый раунд закончен. Мы начинаем второй. Друзья, вы пишите в комментариях, у кого получился самый яркий цвет, а мы переходим к следующему. У папы, у Миланы или у мамы? Мне кажется, самый прикольный. У мамы цвет прикольный. Мне нравится, кстати. Теперь я снова кручу барабан. Давайте посмотрим, какой у меня цвет попадет. Крути. Следующий. Оп. Ого. Фиолетовый? Это как-то розовый, фиолетовый. Что за цвета такие? А где фиолетовый, папа? Сейчас найдем. Так. Вот он. Вот это фиолетовый цвет, вот, друзья. Да. Забирай. Ну, ладно, беру себе. Милана, крути, Милан! Белый! Да ладно! А у нас есть такой цвет? Да, у нас есть просто белый. И где он? Вот. Белый цвет, друзья мои, представляете, просто белый цвет. Вот здесь такой кусок, Милана покрасит себе его сейчас. Мама, выбирай свой цвет, крути барабан. Начинаем. Милана, ты что, наколдовалась, что ли? Маме попался какой-то. Самый мрачный цвет из того, что там было, ты мне пожелала. Какой-то зеленый такой, не очень красивый цвет. Может быть, он будет прикольно на волосах смотреться? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, может быть, действительно на волосах это будет круто. Ну что, давайте красить меня снова. Погнали! Друзья мои, я готов. Все готовы? Моя белая прическа сейчас превратится во что? Все, ты готов? Не знаю. Цвет не хочет идти на твои волосы. Прокрашиваем хорошенечко. Все. Папа, ты крутой. Классно же. Ну, не знаю, какой-то не фиолетовый, непонятно какой. Фиолетовый. Ребят, напишите в комментариях, фиолетовый же. Грязный фиолетовый. Да нет, на маме фиолетовый. Ну ладно, сейчас тебя будем красить. Ням-ням-ням. Давай смотрим. Готовимся. Все готовы? Да. Напоминаешь, знаете кого? Какую-нибудь снежную королеву. Желтый, белый. А интересно, какой тебе в конце попадет этот цвет? Розовый. Ну, как вариант. Почему бы нет? Я думаю, достаточно. Милан, я думаю, прикольно. Милана пошла сразу смотреть, проверять. Вау. Прикольно. Погнали маму красить. Что, мама? Зелененький цветик? Переливаем. Да, друзья, смотрите, как получается. Все, маме, выплюхнул, вытащил. Короче, мама, сине-зеленый цвет. Ура! Выбираем дальше цвета. У нас осталось совсем ничего цветов, но, в принципе, еще достаточно, чтобы раскрасить каждому по цвету. Готовы выбирать дальше? Да. Камон. Давай, папа, выбирай. Раз, два, три, погнали. Ну, не надо розовый. Ага. Красный. Красный. Какие-то у меня сегодня цвета такие полуодинаковые, да? Красный, фиолетовый, розовый. Какие? Папа, ну это как специально. Они все похожие. Ну ладно, достался мне вот такой вот красный цвет. Милана, выбирай свой цвет. Тоже красный? Два красных. Ну давай красным покрасим, если хочешь. Ну а какой же будет у мамы? Главное, давай, чтобы не красный, потому что на меня уже не хватит. Крути, мама. Сири.
серебряный. О-о-о. Что-то новенькое. Это что-то необычное. Серебро попалось маме. Вот такое серебро. Между нами, нами любовь. Посмотрим. Ну давайте, красьте меня. Что уж там выйдет, я не знаю. Красьте меня, что там получится. Давайте уже красьте. Вот такого подними, что вы не такого. Что происходит? Ничего себе. Я весь красный. Теперь Милана будет вся красная. Ну что, Милана, сейчас красный цвет у тебя будет на волосах. И у меня красный. Вау. Ой, блин, классно, мне нравится. У Миланы круто получилось. Ну как? Прикольно? Да. Мама, я тебя сейчас буду красить серебром. Опять кончилась краска. Моя рука стала серебряной, я стал железный человек. Становись железный человек. Ну как, мама? Прикольно. Мне это... почему-то напоминает седой волос. Капитан Очевидность. Наша прическа. Папина девчачья, мамина русалочная или моя королевская? Да, так и сделаем. Напишите в комментариях, чья прическа вам понравилась больше. Если моя, хэштег русалка. Если моя, хэштег принцесса. Если папина, хэштег девчонка. Не делайте этого, я вас прошу, не надо. Друзья, проголосуйте, у кого самая прикольная прическа, напишите в комментариях, мы обязательно почитаем. А также подписывайтесь на наш канал Family Box. Переходите в Instagram, там круто будет, разные фоточки, видосики посмотрите. Обязательно причесочки мы тоже туда наши выставим. Всем удачи! Всем пока-пока! Ты реально девчонка, у тебя здесь розовая, здесь фиолетовая, здесь розовая. Вообще. Давайте в Instagram сфоткаемся лучше. Давайте, давайте погнали. Я достаю телефон свой. Сделаю вот здесь еще косички. Сейчас я буду делать селфи. Вау! Ну, мне кажется, неплохо, как вы думаете?